Доброе утро. Доброе. Куда ты торопишься? Ты куда? Что это за деньги? Берат, остановись, куда ты идешь? Отпусти меня. Верну их обратно. Что это за деньги? Или деньги, которые ты забрал из автобуса? Именно так. Я верну их обратно. Нет, не глупи. Какое возвращение? Слушай, Берат, ты сейчас мыслишь явно нетрезво. Да подожди ты. Черт подери, а? Ты же все испортишь. Берат. Дорогой. Добро пожаловать. Ты улыбаешься? Да, улыбаюсь. Мы арендуем наш дом. Арендуем? Как же? Я начал работать, дали аванс. Сегодня несем залог. Серьезно, что ли? Да, Бахар, мы арендуем наш дом, Бахар. Да подожди ты, Берат. Кемаль, все налаживается. Ну вот, ты увидел. Разве сейчас нужно время, чтобы отказываться? Сейчас нельзя, Берат. Ты не будешь отказываться сейчас. Я все еще не понимаю, о чем ты думаешь. Хорошо. Раз уж ты очень хочешь, давай, иди, вручи ему деньги. Давай. Но так не получится. Ты не понимаешь, что ли? Слушай, хватит уже, закрой рот. Не закрой. Отдавай деньги, что ты скажешь, Кемалю? Скажешь, когда у меня проблемы, я сделаю все. Но потом я сожалею, так? Слушай, они и так уже забыли про тебя, не видишь, что ли? Если ты дашь деньги, то окончательно пропадешь. Берат, пожалуйста. Если ты положишь деньги в микроавтобус, будет доказана твоя невиновность. Хотя бы разок, им будет стыдно, но... Ты не хочешь этого? После всего, что они сделали тебе, неужели ты не хочешь, чтобы хотя бы разок им было стыдно? Халид! Да, брат? Что это? Видишь, куда упало, да? Господи, брат Кемаль на днях не мог найти выручку. Это она, что ли? Ну да. Я готова. Ну давай пойдем тогда. Вы идете вносить залог? Да. Чтобы не потерять дом, мама. Конечно, детка, неизвестно, что будет дальше. Да, отнесите, чтобы другим мне отдали дом. Удачи. До встречи. До встречи. До встречи. Кажется, дела налаживаются. Ты нашел работу, и мы арендуем дом. Никто нас не сокрушит. Пускай это знают все, Берат. Слушай, Кемаль, а мы не поступаем несправедливо с Бератом? Несправедливо? Конечно, ты не знаешь, что последнее произошло. Но если ты говоришь о том, что мы ранее проживали... Нет, это другое. Что случилось? Скажи же, что сделал Берат? Это Берат обчистил автобус. Да нет, ну что ты, он бы так не поступил. Запасные ключи были у него дома. Да нет, он бы не пошел на такое. Он скрыл это от всех. Ну-ка, угадай, кто был рядом с ним, когда я пошел к нему? Хандан, что ли? Я не могу в это поверить. Как он мог до такого докатиться?